Всем привет, с вами RedCat. И сегодня я запускаю рубрику на моем канале. Эта рубрика будет называться «Путь ютубера», да. Сегодня я вас научу делать топовые превью, как у топов. Для этого нам понадобится фон, сам арт и вот файлики, которые я вам тоже оставлю под описанием. Давайте сейчас зайдем в Photoshop, и я вам все подробно расскажу. Так, вот мы уже в Photoshop. Так, давайте сейчас это перенесу. Нажимаем файл, открыть файл. Потом выбираем путь, где у вас сохранено то, что нам потребуется. Это и это. Нажимаем открыть. Перетаскиваем наш арт сюда. Это можно закрыть. Теперь нажимаем Ctrl-T, английскую T, и делаем, как вам хочется. Можете так сделать, можете так. Ну, я всегда делаю где-то вот так. Заходим, получается, вот в эту папку, да? Ну, как папку, файл. Открываем его. Открываем. Сейчас оно откроется у нас. Так, вот открылся этот файл. Теперь берем, перетаскиваем, что хочем, то есть вот свечение, какое хотим. Я всегда ставлю, я случайно закрыл, я всегда выбираю первый, потому что он больше мне нравится. Так, если вы что-то неправильно сделали, Ctrl-Alt-Z, и перетаскиваем это где-то вот сюда. Вот сюда, да. Окей, так. Теперь добавляем контраст CC. Так, небольшую непрозрачность поставим. Нормально. Так, что тут у нас еще есть? Ну, в принципе, можно закрыть. И открываем вот этот пак. В принципе, у меня уже этот пак открылся, и когда он открывается, вот, берете это, перемещаете сюда. Теперь где-то вот так делаете. Это втаскиваете выше фона. И непрозрачность где-то вот так оставляете, да. Теперь берем Logs Minecraft. Третье. Перекидываем сюда. Нажимаем Ctrl-T. Увеличиваем. С зажатым шифтом, да. Так, нажимаем Enter. Параметры наложения. Обводка. Ставим где-то 5. Теперь градиент ставим вот этот. И все. Нажимаем ОК. В принципе, больше нам не понадобится этот пак, так что закрываем его. Теперь создаем новый слой. Нажимаем вот сюда. Теперь берем, делаем так. Отпускаем. Выделение. Инверсия. И закрашиваем это все белым цветом. Да, ребят, чтобы получилась такая топовая рамочка, так ее надо сделать вот так, наверное. Нет. Ее надо сделать выше всего. Да, теперь точно закрашиваем. Все, закрасили, выделение, отменить выделение. Непрозрачность ставим где-то вот так. Вот, все, топ. В принципе, все, теперь делаем текст. Ставим где-то 200 пт, да. Я, наверное, напишу 10 с зажатым капслоком. 10 каток. Теперь все. Еще создаю новый слой. Так. Ой. Если вы что-то сделали, как я, нажимаем Ctrl-Z. Так, теперь пишем новый текст. 10 каток по SkyWars. Да. Теперь берем параметры наложения, стили. И выбираем любой стиль. Я выберу зеленый.
Теперь берем то же самое, проделываем с другим текстом, стилем. Этот я сделал красный. Окей. Теперь нажимаем Ctrl-T, чтобы увеличить наш текст в размерах. Так, делаем где-то примерно вот так. Окей. Теперь то же самое делаем с другим текстом. Берем, нажимаем Ctrl-G где-то 3 раза, да. Теперь фильтры. Галерея фильтров. Берем стилизация, свечение краев. И выбираем, делаем настройки такие же, как у меня. Окей. Теперь непрозрачность ставим где-то так. Так. Наверное, надо удалить эти слои. Да. И теперь нажимаем вот сюда вот. Осветление основы. Где-то ставим немного побольше. И жесткость ставим на 0. Размер где-то тоже побольше. Так, убираем, где некрасиво смотрится. Да. Все, вроде убрали. Теперь создаем еще один слой. Опять фильтры, галерея фильтров. Теперь берем текстура, имитация. Целлофановая упаковка. Опять выставляем настройки, как у меня. Опять делаем осветление основы. Немного уменьшаем. И вот так делаем. Так, это будет у нас небольшая тень. Так вот, тут тоже все уберу, и тут тоже. Вот так, все, nice. Теперь опять создаем Ctrl-G, фильтры, галерея фильтров, теперь эскиз и хром. И опять выставляем настройки, как у меня. Теперь опять осветление основы, опять уменьшаем непрозрачность. И опять стираем, где некрасиво смотрится, и кожу. Так, тут некрасиво. Очень светло. Так, nice. Теперь нажимаем на этот слой, нажимаем зажатым шифтом на этот слой и преобразовать в смарт-объект. В принципе, все. Чтобы сохранить, нажимаем файл, сохранить как, выбираем, куда мы хотим сохранить, и выбираем JPEG. Сохранить. Наилучшее. И качество 12. Окей. Сейчас он сохранится. Можем закрывать. Да, вот оно. Красивая превьюшка. И всем удачи, всем пока. С вами был RedCats. Пока-пока. Пока.